печать это там для обывателя. Ничего серьезного там в печати появиться не может. Вот. Потом надо учесть, что все акты такого рода, так называемые террористические акты, планируются и инициируются в спецслужбах соответствующих стран. То есть ЦРУ, MI6, MI5, вот там Бюро контроля за территориями французской. Вот. То есть именно там площадка, где разрабатываются будущие теракты. Вот. Никакая информация оттуда поступить в прессу не может. Оттуда поступает информация для создания политической обстановки, конъюнктуры, страха, ожиданий, так сказать, белого шума журналистского по поводу терроризма и так далее, очередного. Вот. То есть это манипуляция общественным мнением. Надо просто понять, что все, что идет в информационном плане, это манипуляция просто хомячками. Хомячками. Бело-красно-зеленые, желто-ленточниками, разного рода хомячками. Просто манипуляция. И все.